у нас новенькая. Познакомьтесь, Ким Дженни. Всем привет, я Дженни. Очень приятно. Хорошо, что девочка. Да, у нас только одна девочка в классе. Я так рада, давай будем подругами, если ты не против. Да, конечно. Я вас оставлю, будьте дружными с Дженни. Смотрите, у меня не обижать ее. Роза, я здесь никого не знаю, поможешь мне? Да, конечно. Видишь, вон там двух красавчиков. Да, и кто они? Они наследники компании Шинхва. Они братья. Их зовут Тэхён и Юнги. Они, конечно, красивые, но им никто не нравится. А ты одна перевелась в эту школу? Нет, у меня есть брат. Его зовут Чимин. Вау, круто, познакомишь меня с ним? Да, конечно. Роза, смотри, там мой брат Чимин. Вау, он такой красивый. Я аж как-то влюбилась. Не влюбляйся в него, он бабник. Он старшеклассник? Да, он еще футболист. Брат, иди сюда. Я сейчас вернусь. Что случилось, сестренка? Кто эта красотка рядом с тобой? Я ее подруга, меня зовут Розе. Хотела с тобой познакомиться. Ты такой красивый. Ты тоже милашка. Можешь дашь свой номерок? Брат, как тебе не стыдно? Она же моя подруга. Я просто шучу. Кто эти парни? Это же Тэхён и Юнги. Осторожно, они идут к нам. Эй, новенькая. Смотри, куда идешь, мы чуть не разбились. Чё так смотришь? Хочешь сказать, это я виноват? Брат, не груби так. Это мы виноваты, прости, новенькая. У меня вообще-то имя есть, Дженни. Хотя вам до этого нет дела, да? У тебя очень красивое имя. Я Тэхён, рад знакомству. Наш Тэхён такой вежливый. Я Юнги, самый красивый парень в этой школе. И я так не думаю. Эти двое снова идут сюда. Кто? Самые главные стервы в нашей школе. Они старшеклассницы Джису и Лиса. С ними лучше не связываться. Привет, девочки. Приветики. Слышала, у вас новенькая пришла, мы пришли познакомиться. Мы с Джисухой. Познакомишься? Меня зовут Дженни, рада знакомству. Такое странное имя. Ты хотела сказать, что необычное имя, да? Дженни, откуда ты? Из какой ты семьи? Разве это так важно? Да говори уже. Мы же просто хотели подружиться. Так как ты новенькая, мы решили сказать тебе, не надо трогать наших мальчиков. Я надеюсь, тебе все понятно. Тэхёна и Юнги, не трогай их. Но они и так не посмотрят на тебя. Девчонки, что тут происходит? Вау, Юнги, привет. Мы тут общаемся с новенькой. Не трогайте ее. Вообще-то я сама могу за себя постоять. У нас завтра вечеринка? О, да. Дженни, ты тоже приходи. Буду ждать. Но в этой вечеринке только богатые люди будут. Дженни не может быть там. Это вообще-то наша вечеринка. Мы решаем, кто будет там. Дженни, приходи обязательно. Хорошо. В этой вечеринке будут старшеклассники. И поэтому нам надо хорошо приготовиться. Значит, мой брат тоже там будет, возможно. Да? Я так рада. Поэтому мне надо быть самой красивой на этой вечеринке. Надо поскорее выбрать платье. Джисуха, мы должны быть самыми красивыми в этой вечеринке. Мы и так самые красивые. Не волнуйся. Это же наши одноклассницы. Дженни и Роза не пришли еще? Они пришли. Вау! Кто эта красотка? Я раньше ее не видел. Она наша одноклассница. Да, она новенькая. Она довольно красивая. У нее есть парень. Она вообще-то моя сестра. Ой, тогда прости. Всем привет. Приветики, я Дженни. Спасибо, что пришла. Розе, выглядишь отлично. Ты тоже, мне нравится.
Ой, девочки, вы все-таки пришли. Да, ведь нас позвал Тэхён. Лично. Ну-ну. Девочки, будете просто вот так сидеть? Давайте веселиться. У меня настроение пропало. И я подниму твое настроение. Спасибо, не надо. Джису! Выглядишь сногсшибательно. Хотела услышать это от Тэхёна. Но все же спасибо. Дженни, потанцуем? Нет, спасибо. Ты мне отказываешь? Она со мной потанцует. Не трогайте мою сестренку. Розе, потанцуем? Да, давай. С удовольствием. Вот наглый, может она тоже чья-то сестра? Девочки, как вы после вечеринки? Я вообще не выспалась. Я тоже. Твой брат такой хороший. Мы здорово провели время. И я же говорила, что он бабник. Ты уже влюбилась, что ли? Да, я влюбилась. И очень серьезно. Класс старшеклассников. Намджун, почему ты не пришел на вечеринку? Зачем мне это? Ты даже не представляешь, что было на вечеринке. Чимин и твоя сестренка танцевали вместе. Тебе что, нравится моя сестра? Почему ты танцевал с нею? А что, нельзя? Я должен был у тебя разрешение спросить. Намджун. Хочешь, я его ушатаю? Если сможешь. Кишка у тебя тонка. Вот придурок. Иди сюда, если хочешь драться. Удачи тебе. Да вы вообще не умеете драться. Розе, ты слышала? Твой брат узнал, что вы танцевали с Чимином. Ты шутишь, наверное. Не веришь, что ли? Это правда, они даже дрались. Я сам видел. Боже мой, если это правда, я должна пойти к ним. Не волнуйся, мой брат очень сильный, он не даст себя в обиду. Ты не знаешь моего брата, он настоящий псих. Я лучше пойду посмотрю. Ну ладно. Вот и она. Сестренка, что здесь делаешь? Зачем ты пришла? Слышала, вы здесь драку устроили из-за меня. Брат, я люблю Чимина, не злись из-за этого. Офигеть. Так и знал. Что ты говоришь? Дома поговорим, иди в свой класс. Что здесь происходит? Это не твое дело. Не суй свой нос, куда не просят. Полегче, дорогая. Проблемы хочешь? Да нет. Вот и молодец. Доброе утро, ученики. Сейчас урок физкультуры. Какое совпадение, у нас тоже физкультура. О. Приветики. Дженни, слышала, что ты общаешься с Тэхёном, это правда? Да, а что? Ты, наверное, нас не поняла. Мы же вроде сказали не трогать наших мальчиков. И я сама знаю, поняла? Урыла. Чё, подраться хотите? У вас не получится. Посмотрим. О боже, я слышу крики! Я тоже. По-моему, девочки устроили драку. Это все из-за него. И я пойду посмотрю, что там. Сейчас точно поубивают друг друга. Мы тоже пойдем посмотрим. Сюда иди. Оу, кыздарики, дяшла-мушташла. Вау. Что тут происходит? Лиса и Джису начали первыми. Что вы тут натворили? За что вы так дрались? Быстро признавайтесь. Мы не дрались. Да, мы же друзья. Мы просто играли. Ну если так, то все нормально. Я пошел. Смотрите, не передеритесь. Хорошая работа. Вы правда просто играли? Нет, конечно. Мы не друзья. Вот стервы. Как вы не побоялись лгать учителю? Розе, что делаешь на выходных? Не знаю, дома буду, наверное. Моих родителей не будет дома на выходных. Можешь переночевать у меня. Хорошая идея. А твой брат будет? Да, конечно. Брат, почему ты позвал своих друзей?
Хотел устроить вечеринку. Я не знал, что ты придешь. А я не знала, что ты позовешь своих друзей. Ничего страшного, посидим все вместе. Йоу, мне скучно, пацаны. Давайте сыграем правда или действие. Я только за. Хорошая идея. Да, давайте. Мы начнем. Все готовы? Дженни, напиши Джисухе Тэхён мой. Слабо, да? Я думаю, не стоит так писать, потом будут проблемы. Ты что, ревнуешь? Ладно, напишу без проблем. Я уверена, она будет злиться. Написала, что Тэхён мой. Отправляем. О, она ответила. Теперь моя очередь. Тэхён и Чимин. Поцелуйтесь. Эй, стопэ. Божечки. Я же просто пошутила. Вы что, реально поцеловаться хотели? Да, что? Теперь моя очередь. Розе, ты должна сожрать перец. Вот придурок. Легко. Нифига себе. Ух ты, ничего себе. Она все может съесть. Отвечаю, пацаны. Приветики, девочки. Почему вы пришли в наш класс? Дженни, ты вчера вечером написала, что Тэхён мой. Да, так и написала. Мы с ребятами играли, она просто выполняла задание. Вы что, были все вместе? Да. Они все были у меня дома. Ну, понятно. Слышали, вы были у Дженни. Я их позвал. Чонгук, ты тоже там был? Да, а что? Они ревнуют. Дженни, хочешь на свидание вслепую? У тебя же нет парня? А он красивый? Да, он очень красивый, даже слишком. Его зовут Шхану. Ну ладно, посмотрим. После школы ты должна пойти на свидание. Так что хорошенько подготовься. Да, я поняла, ты уже сотый раз об этом говоришь. Я просто волнуюсь за тебя. Удачи тебе. Он очень красивый. Надеюсь, он хороший.